Всем привет, с вами Константин Горбунов, основатель компании Monster Context и сервиса Edpump. И в сегодняшнем видео я расскажу про новшества сервиса Edpump «Группировщик слов». Для начала, для чего этот сервис? Чтобы сгруппировать список слов для вашей рекламной кампании в Google AdWords, не тратя время на сортировку слов вручную. Это особенно актуально, если у вас не 2, не 3, не 100, не 150 ключей, а, например, 6000 ключей, и вы хотите сгруппировать по 2, по 3 вхождениям слов. Теперь поговорим о том, что такое группировка ключей по вхождениям или маскам слов. Сейчас на экране вы видите около 6900 ключей, и они не сгруппированы, они идут одним списком. Естественно, писать одно объявление для них – это самоубийство. Делать одну группу под них – тоже самоубийство, если это не контекстно-медийная сеть. Желательно их распределить на несколько групп. Например, заказать портрет карандашом и так далее. Известные художники, картины из, картина на, картина по, картина с, картина в, картина для, картины из, картины маслом, картины на, о, русских. Кроме картин есть также еще подарки, портреты, художники и так далее, так далее, так далее. Конечно, хотелось бы это все сгруппировать и засунуть одним кликом в Google AdWords рекламную кампанию. Заходим в сервис Edpump, нажимаем кнопочку «Группировщик слов», берем наш список ключей, возьму поменьше, возьму 1000, 1500, копирую их, вставляю список фраз для группировки, выбираю группировать по одному, двум или трем словам. В моем случае я хочу, и в вашем, скорее всего, если вы новичок, вам понадобится группировать по двум словам. В 90% случаев этого вполне достаточно. Остальные кнопочки трогать вам не обязательно, если вы новичок, не разбираетесь. И, скорее всего, интерфейс будет меняться, поэтому некоторые кнопочки будут, некоторые не будут. Важно заполнить только первое поле, второе и название рекламной кампании. Я напишу просто тест. Далее я выбираю формат вывода для импорта групп через CSV. Что такое импорт групп через CSV? То, что вы видите сейчас на экране, это выгрузка компании Google AdWords в Excel. Это делается посредством редактора Google AdWords. Через вкладочку «Импорт», если вам нужно вставить из Excel файла, либо «Экспорт», если вам нужно экспортировать в Excel файл. Но мы пользоваться Excel файлом не будем, мы просто нажимаем кнопочку «Группировать» и ждем, когда список сгруппируется. В итоге мы получаем список. Что делаем мы дальше? Либо мы копируем результат вот через эту кнопочку. Если ваш браузер не поддерживает эту кнопочку, то вы можете скопировать через Page Down. Нажимаете Ctrl-C. Далее мы переходим в AdWords Editor. О работе с AdWords Editor смотрите другие мои видеоуроки. Вам необходимо только создать новый аккаунт, перейти во вкладочку «Аккаунт», «Импорт», вставить текст и вставляем сюда Ctrl-V. Как вы видите, здесь появились вкладочки «Campaign», «Ad Group» и «Keyword». Далее мы нажимаем кнопочку «Обработка». В итоге мы добавили одну кампанию, 138 групп объявлений и 1500 ключевых слов. Далее мы нажимаем кнопочку «Завершить» и «Посмотреть изменения». Далее также нажимаем кнопочку «Сохранить» и можем просматривать и редактировать свою рекламную кампанию со своими ключевыми словами и группами объявлений. На этом пока все. С вами был Константин Горбунов. Желаю вам самого удачного дня и ставьте лайк, если это видео вам понравилось.